Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Печи, котлы, электропроводку и обогреватели проверяли на днях сотрудники МЧС в частных домах Курского района. В период начала холодов отопительные приборы должны находиться в надлежащем техническом состоянии. Несмотря, как говорится, на близость к цивилизации, в Курском районе достаточно домовладений с печным отоплением. В районе Рыжковского сельсовета в таком доме живет семья с детьми. У инспекторов возникли вопросы к некачественной электропроводке и отсутствию ранее установленного дымоизвещателя. Выяснилось, что юные проказники демонтировали прибор для дальнейшего изучения, итогом которого стала поломка. Самовольное скручивание приборов, к сожалению, не редкость. Характерны и другие нарушения, когда дрова для топки расположены близко от печи, а нагревательные электроприборы располагаются на огнеопасных поверхностях или рядом с ними. Более-менее люди готовы к отопительному сезону, печь находится в удовлетворительном состоянии. Были незначительные замечания, которые в целом не влияют на состояние пожарной безопасности. Не забывают инспекторы и о группе риска, насчитывающей 22 тысячи курян. Обходим группы риска лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, одиноко престарелых людей. Инструктируем по мерам пожарной безопасности. Устанавливаем пожарные сигнализаторы. Оказываем адресную помощь в ремонте проводки. Где-то окашиваем, где-то привозим дров, у кого не хватает, на зиму топить. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.